Триггером для этого альбома стала смерть моего товарища, и это был его осознанный выбор. И в этом альбоме я попытался затронуть какие-то темы, которые, возможно, скорее всего, хотел бы с ним обсудить, и, возможно, какие-то из этих вещей, какие-то выводы, к которым он мог бы прийти, могли бы предотвратить то, что случилось. И интро, оно как раз-таки отражает такое состояние, запутанное, зацикленное состояние, когда ты в тупике, и когда тебе нужно отказаться от многого и разобрать свою жизнь, свой мир, чтобы пересобрать его заново. Такая точка сборки.